Хотя домик Петра I является малым музеем, находящимся практически на окраине Кадриорского парка, он продолжает привлекать к себе огромный интерес как со стороны местных жителей, так и гостей столицы. Секрет такой популярностью можно с легкостью найти в его названии и истории. Ведь начиная с 1714 года и на протяжении нескольких лет в этом доме не раз останавливалась царская чита. Построенный незадолго до этого дом был приобретен Петром у вдовы бургомистра Дрентельна за половиной тысячи талеров. Соседние четыре поместья были также выкуплены царем, образовав тем самым участок с весьма внушительной территорией около 100 гектаров земли. Именно отсюда возьмет свое начало и строительство дворцового паркового ансамбля, которому царем в честь его любимой супруги будет дано имя Катериненталь, или, как мы его еще привыкли называть сегодня, Кадриорг. Выбор на этот дом тогда у Петра I пал из-за его расположения, ведь находился он на склоне высокого холма, откуда идеально просматривались и город, и море. Это позволяло царю во времена Северной войны и подготовки к военно-морской кампании, которая вошла в историю как победа русского флота у мыса Гангут, отслеживать передвижение шведских кораблей, подходивших к городу на весьма близкое расстояние. К тому же дом был за городской чертой, обеспечивая приватность царицы, которая порой, наведываясь сюда, могла выращивать рядом с ним в небольшом саду цветы и различные пряные травы. После смерти Петра и его супруги это летнее поместье на некоторое время было забыто и даже несколько разрушено. Восстановить же его дал указание уже Александр I после своего визита в Таллин. Ремонтные работы были завершены в начале 19 века, когда дом был открыт в качестве музея. Но в середине прошлого столетия этот дом стал уже одним из филиалов Таллин городского музея. Домиков Петра, знаете ли, много. Есть они и в России, и в Петербурге, и в Москве, и в Коломенском, и в Вологде, и даже в Зандаме, в Голландии. Но, уверяю вас, далеко не каждый дом музея Петра Первого может похвастаться таким количеством подлинных предметов, тех, что царь заказывал для обстановки этого дома, и которые окружали его и супругу Екатерину Первую в повседневном быту. Сам дом сохранился великолепно, ведь, к счастью, ему не смогли нанести тяжелого урона различные войны, да и поскольку с самого основания парка паркового ансамбля Катерининталя в 1717 году этот домик находился на его территории, дворцовый костелян следил за порядком и хранением многих экспонатов. Ну а этим летом в юбилей домика Петра I его гиды помогут своим гостям прикоснуться к истории давно минувших дней через призму Петровского времени в этом году мы отмечаем 210 лет музейной истории дома. И, конечно, мы радуем уже с января своих посетителей, среди которых очень много постоянных посетителей. Это, прежде всего, городские гиды и школьники. Мы радуем разными мероприятиями. Это и лектории, и тематические экскурсии. День рождения Петра мы совершенно недавно отмечали, 30 мая, с размахом. Но вот летом я приглашаю жителей Таллина и его гостей прикоснуться к истории Петровского Катерининталя. По средам в 6 часов вечера у нашего дома начинаются экскурсии, рассчитанные примерно на полтора часа. Такие увлекательные путешествия в Катерининталь Петровского времени. На экскурсии гиды помогут гостям музея открыть для себя тот парк Кадриор, которого сегодня нет, но который создавал царь Петр I, заказывая, например, в него диковинные растения из теплых европейских стран, а также устроив сразу за домом огород. Именно начиная от дома Петра I, а также огорода, где когда-то хозяйничала Екатерина, и будут начинаться экскурсии каждую летнюю среду в 6 часов вечера. Сергей Дыдыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.